Вице-премьер Калмыкии Эрнис Иренов посетил Октябрьский и Кичиневский районы с рабочим визитом. В Октябрьском районе зампред принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню местного самоуправления. Иренов поблагодарил жителей за вклад в развитие муниципалитетов и вручил награды правительства республики за добросовестный труд. В ходе рабочей поездки также он осмотрел объекты, где проводится капитальный ремонт в рамках национального проекта «Культура», сельский дом культуры в поселке Цыганур и Большецаренскую детскую школу искусств. В Кичиневском районе совместно с главой муниципалитета Иренов проверил ход строительства Кичиневского сельского дома культуры. Завершение капитального ремонта строительства и ввод в эксплуатацию объектов запланированы в текущем году, сообщает пресс-служба правительства региона.